Кормилицы едва ли не меньше своих подопечных. Собаки породы мопс поят собственным молоком новорожденных тигрят в одном из кубанских зоопарков. Родная мать малышей, бывшая цирковая артистка Багира, не стала заботиться о потомстве. И, кстати, уже не в первый раз. Прежде сотрудникам зверинца удавалось найти крупных собак для выкармливания брошенных тигрят. Но на этот раз попались только недавно ощенившиеся мопсы. Впрочем, со своей задачей они отлично справляются, разве что детенышам приходится давать витаминные добавки. Все-таки молоко от собаки и молоко от тигра – это абсолютно разные вещи, кошачье и собачье молоко. У них немножко не идет неприятие организма, грубо говоря, как интоксикация. Но, опять же, если их кормить обычным каким-нибудь детским молоком, то, что кормим обычных детей, они от этого еще хуже будут. Когда тигрята подрастут, их отдадут в цирк, в котором когда-то служили их отец и нерадивая мать.